Знаете, что я заметил? Чем больше занимаешься практиками, связанные с выравниванием ума, связанные с какой-то вот какой-то эзотерикой, с мозгом, с психоэмоциональным состоянием, с управлением деятельностью ума, с управлением, да, вот йога, помним. Вот чем больше этим занимаешься, тем больше прилетает всяких событий, которые как будто постоянно на экзамене. Вот я чувствую себя на экзамене чуть ли не каждый день. Вот. Как у вас? Есть такие наблюдения?